Почему необходимо, чтобы даритель, показывая, что он не ожидает обмена, пусть и отсроченного, находится также в позиции того, кого обокрали? Именно кража мешает дару и отдариванию войти в отношения тотального обмена. Желание не знает обмена, оно знает только кражу и дару, иногда признавая одну в другом под действием первичной гомосексуальности. Все. То есть, почему? Причем тут первичная гомосексуальность? Вы когда-нибудь дарили подарки? Вот я вас поздравляю, уважаемые. Вы пидор. Да.